Привет, ребята! Сейчас я вам покажу, как сделать цветную пружину а-ля 90-е. Для этого нам нужно где-то вот листик 8 на 8, количество от 72 штук разных цветов. Можно одним, можно двумя, можно вот как у меня, вообще разноцветные. Что мы делаем? Загибаем пополам и здесь так немножечко подгибаем в одну сторону, делаем пометку. Теперь загибаем еще раз пополам, еще одну пометку. Теперь вот последние пометки загибаем уже серьезно, надавливаем, затем вот у нас получилась такая штучка. Затем загибаем таким образом пополам. Есть. Теперь вот у нас получилось так. Теперь внутрь. Обе части. Вот такой у нас получается. И теперь тут где два ребра, загибаем вот так. Затем разворачиваем, открываем. И сторону, в которой есть вот этот изгиб, прячем внутрь. Вот. У нас получилась одна деталь, а таких нужно 72. Вот, у меня здесь порядка 80. Что делаем затем? Затем мы берем, ищем вот такую вот часть. То есть у нас две, вот буква М, и вот как бы это буква М, только внутрь она, такой уголок. Мы берем... Ага, нужно вот здесь. Ищем здесь букву М. Вот. А с этой стороны ищем вот уголок. И соединяем их таким образом. То есть я немножко вот его открываю. Ну так проще. Все. Вот у нас получилось. Цветная пружина. Тут уже по ходу, потом бывает такое, что уголок сделаешь не под 90 градусов. Или 80, то есть явно, что все одинаковые не получится. Ну, нужно уже, когда соединил два, подровнять, возможно, потому что круг уйдет и будет неровный. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будет интересно.